Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня мы будем готовить необычные вот такие баклажаны. Посмотрите, как они выглядят. Уверяю вас, на вкус просто взрыв мозга у вас будет. Удивите гостей и себя. Итак, приступим. Баклажан необходимо почистить обычной экономкой. Как, собственно, вы чистите картошку, морковку или другие овощи. Ножом счищаем возле жопки. Далее, не разрезая баклажан полностью, разрезаем его не до конца, как видите, такими пластиками от хвостика. Примерно по сантиметру. Теперь переворачиваем и точно так же проделываем теперь с другой стороны. Такие же манипуляции. Получаются у нас не пластики теперь, а как бы такая соломка из баклажана. Толщиной где-то примерно сантиметр-полтора. Вот, посмотрите, как получилось. Теперь этот баклажан необходимо разрезать прям по хвостику, пополам. Вот таким образом. Вот у нас получились две половинки. Итак, проделываем со всеми баклажанами, которые у вас есть. Далее, литра полтора-два воды, добавляю туда пару чайных ложек соли, немножко подсаливаем, перемешиваем воду и ставим на огонь. Когда вода чуть начала закипать, отправляем туда наши баклажаны. Прям с хвостиками полностью. Утапливаем их в слегка подсоленной воде. Накрываем крышкой и даем закипеть. После закипания всего полторы минутки варим их. И достаем. Вода должна хорошенечко стечь и баклажаны остыть. Выкладываем их на отдельную миску. Далее берем 3-4 яйца, у меня 4, они не сильно большие, разбиваем их в отдельной посуде. Теперь добавляем соль по вкусу, перец по вкусу. Но это на ваше усмотрение. Если хотите, добавьте каких-нибудь сухих трав. Майонез примерно 1 столовая ложка. И также горчица, готовая горчица, чайная ложка с горкой. Теперь необходимо все хорошенечко перемешать вилкой до однородной массы. В отдельную емкость высыпаем панировочные сухари. Добавляем сюда столько же муки. Но это зависит, собственно говоря, сколько у вас баклажан. И у меня вот паприка копченая. Все необходимо хорошенечко перемешать.
Итак, обваливаем наши баклажаны хорошенько в панировке, пересыпая каждый сегмент, чтобы полностью замараны были. Вот так вот. Теперь необходимо опустить их в кляр. Вот. Полностью их окунаем в яйцо и отправляем на разогретую сковородку с растительным маслом. У меня масло рафинированное. Обжариваем до румяной корочки с обеих сторон. Смотрим и переворачиваем. Когда перевернули, накрываем крышкой и на слабом-слабом огне даем 5 минут. И наши баклажаны готовы. Выкладываем их на красивую тарелку. Гарнир может быть огурчик с помидоркой. Посмотрите, они изумительно вкусные и хрустят. Удивляйте себя и гостей. Пока-пока.